Эх, здоровенькие ребята, вы на канале Ford Mac, продолжаем свой трансформеры Prime. Эх, куда же дальше заведет судьба наших героев? Ну-с, поехали, мать его. Ранее в трансформерах Prime. Браво, Оптимус! Советую тебе поберечь силы для главного события. Надо найти Фоулера и вывести детей отсюда. Это ты виновата, что мы здесь застряли. О чем ты думала, Мико? Я изучал математику. Это очень серьезное уравнение. Если это обычный день автоботов, то я больше не участвую. Ага, но это временно. Подеянность привела к поломке корабля и спутала все мои планы. Мегатрон строит космический мост, чтобы перенести сюда свою армию. Но единственное место, где Мегатрон может найти так много погибших воинов... Кибертрон. Ох, блять, уже не терпится увидеть подобное. Мы должны помешать Мегатрону переправить темный энергон через космический мост. Если мы проиграем, то погибшие воины Кибертрона восстанут, пройдут сквозь воронку и восстанет машина из пепла ядерного огня, чтобы убить мечты Майкла Бэя. Вторгнуться на Землю, и тогда человечество окажется под темной властью Мегатрона. Ну, что-то я сомневаюсь, что прям под темной властью, но все-таки. Трансформеры. Прайм. Тьма сгущается. Часть пятая. Создатели сериала. Роберто Орце, Алекс Курцман, Дуэйн Капици и Джефф Клайн. Ой, блядь. Но, опять же, очень хочется уже поскорее увидеть эту арку. Ну чё упялился? Хороший велосипед. Арси, хватит. Мика уже пыталась. Передай Оптимусу, что я очень его уважаю, но если у вас война с Мегатроном, то я ничем не могу помочь. Я приехала к тебе не для того, чтобы просить о помощи. Ясно. Так мы оба согласны, что я не горжусь войной. Джек, я потеряла самого близкого друга. Возможно, во мне говорит горе. Возможно, я к тебе привязалась. Впрочем, неважно, я хочу попрощаться. Оу. Ну, ладненько. У нас есть координаты космического моста Мегатрона. Он на орбите Земли. Нам туда не попасть. Слушайте. Странно, как еще и ведомство не заметили этого. Тем более, огромная, блядь, хрень, похожая на такое кольцо из разных материалов. Мы не умеем летать, но у нас же есть земной мост. Сектор его действия ограничен. Если мы протянем мост на орбиту, воронку может закоротить и нас выбросит в космос. Мегатрон... Что-то, походу, Мика вообще, знаете, немножко не одупляет. Он уже наверняка готов к переносу. Я боюсь, что мы вынуждены пойти на такой риск. Мы сможем ему помешать, только если первыми попадем на космический мост. Быстро! Блять, серьезно, хотя бы серию прождали. Эй, я с вами. Автоботы, приготовиться к переносу. Куда? На последний рубеж. В космос? Но ведь они не могут туда попасть. Вообще-то, нет. До встречи. Будь осторожен. Ну реально, я честно ожидал, что когда-нибудь хотя бы одну серию продлится вот это вот сомнение, вернется он или нет. Я так им завидую! Даже не вздумай отправиться следом. Оптимус, если ты оставишь меня на планете вместе с детьми, то я тебе никогда не прощу. Простишь при нашей следующей встрече. Автоботы, вперед! Let's go.
Максимальное ускорение! Автоботы! Ну чё, соси, Илон Маск! Вот, блядь, как выглядит крутая машина в космосе! Сформироваться и включить гравитацию! Не смотри вниз, и вверх, и вбок. Ох, блядь. Их поджидали? Значит, у Мегатрона достаточно темного энергона, чтобы возродить мертвых. Раз у нас нет возможности отключить космический мост, то мы не пропустим его ни туда, ни обратно. Оптимус Прайм никогда не разочарует. В отличие от тебя, Старскрим. Хозяин, не стоит так беспокоиться. Саундвейв настроился на координаты Кибертрона. Согласно моим указаниям. Ну, ладненько. Ну, и чего они ждут? Похоже, что у Десептиконов серьезная поломка в межзвездной навигационной системе. О, это же я постарался. А. Молодец, Балкхед. Без антенны они не смогут направить космический мост на Кибертрон. Разве Десептиконы не знают, где их планета? Конечно, знают. Но до нее миллионы световых лет, и чтобы попасть в цель, они должны навести мост с астрономической точностью. У Мегатрона наверняка есть запасная система для наведения космического моста. Что-то долго они этим занимаются. В случае возникновения подобных проблем, она на Земле. Я знаком с земными технологиями и не знаю ни одного радиотелескопа достаточной мощности для наведения на планету Кибертрон. А что, если это целая сеть радиотелескопов? Вроде тех, что в Нью-Мексико. Очередной день. Чё это было, блядь? Вроде тех, что в Нью-Мексико. Чё это за хуйня сейчас была? Очередной детский лепет. Верные мысли, Раф. Рэтчет, пусть агент Фоулер предупредит комплекс об усилении мер безопасности. Эй ты, боец, где твоя форма? Срочно надень штаны. А, он все еще в отключке. Это будет непросто. Система сетевой безопасности комплекса слишком сильна. Ты действительно думаешь, что сможешь сдержать Мегатрона? Возможно. Надо лишь попасть в сеть. Постойте, Раф. А что, если мы доставим тебя прямо в главное здание? Блять, ладно, окей, у вас настолько отжибло мозг. А похуй, мне нравится. Тогда я подключусь к главной сети, минуя систему защиты. Вы не должны рисковать. Вероятно, враги уже там, и они наверняка начеку. Оптимус, но ты сам говорил, что отныне опасность угрожает всем людям, а не только нам. Да, если позволить им победить, то погибнут все люди на нашей планете. Раф. Я должен попытаться. Поверьте, вас, Мегатрон, автоботы что-то задумали. Правда, Старскрим? Уничтожить! Ладно. А вот и радушная встреча. К этому трудно привыкнуть. А, вот так просто, блядь. Ни охраны, ничего, ни камер. Нормально. Давайте. Там еще есть чай, есть там аттракционы. Заходите, кто захочет. Ух, красота.
У них совсем нет охраны. Серьезно, что здесь происходит? Я в сети. И десептиконы тоже. Что? Как ты узнал? Смотрите, это уравнения, которые были на их корабле. В итоге получился Микки Маус. Только теперь я могу их переписать. Это их космический мост. Десептиконы уже используют тарелки. Но я смогу их повернуть. А они не узнают? Даже если они поймут, что я в системе, то не догадаются, что я внутри здания. Ага. Только кое-кто уже здесь. Что происходит? Десептиконы навели мост на Кибертрон. Лорд Мегатрон, космический мост готов к активации. Наконец-то! Они навелись на Кибертрон. Ненадолго. Ну, давай, давай, хакер. Правильно, Бамблби. Это может быть только наш Раф. Старскрим, что происходит? Саундвейв, что происходит? Тарелки снова наводятся на Кибертрон. Я их опять поверну. Опять же, детям даже ничего не выдали. Что если они поймут, что с ними играют? Это всего лишь виртуальная битва. Как игра на компьютере. Стоило, честно, сам ушел закрыть камеру. Там же была камера. Зачем-нибудь ее, не знаю, там, бумажкой или еще чем-нибудь залепить. Пьютери. Да, Джек, что они могут нам сделать? Тем более, что они сейчас в тысячи миль отсюда. Ага. Раф! Я не позволю им навести мост. Давай, давай. Ебать. Вот что, смешная нарезка детей? Ты дала ему топор. Случайно. Блять. Быстрее перенаправляйте. Почему он улетел? Он перерубил линию связи. Теперь тарелки направлены на Кибертрон. Навечно. Блять. Ну, а теперь Старскрим готово. Давайте, давайте, блядь. Наконец-то. Все, без вариантов. Без вариантов. Всю планету, охренеть. Проснись, мой легион. Что делать будем? Ну и как нам победить целую планету бессмертных?
Оптимус! Я наблюдаю увеличение массы в воронке космического моста. Она обладает очень странной энергией. Это темный энергон. Рэтчет, мы должны разрушить космический мост. В него заряжено достаточно светлого энергона для детонации. Но нам не хватает огневой мощи, чтобы его подорвать. Если у меня будут схемы моста, то я сумею найти слабые точки в его конструкции. Вот схемы. Ты успел, молодец. Оптимус, я должен напомнить, что космический мост — наша последняя надежда вернуться на Кибертрон. Ты уверен, что его уничтожение — это единственный выход? Боюсь, что да. В таком случае, да озарит наш темный час атомным светом! Ну, погнали! Автоботы, займите позиции, следуйте указаниям Рэтчета. У меня особое дело. Оптимус, а твои дружки-автоботы умные, знают, когда пора убегать. Я не питаю иллюзий, что смогу победить твою армию, Мегатрон. Но я знаю, что эту гидру можно убить, отрубив ее голову. Можешь об этом забыть, Оптимус. Я заряжен самим злом. Один должен остаться. Один должен пасть. Бля, ну арена прям эпичная. Ух ты, эти штучки все ближе. Это плохо, да? Рэтчет, мы Господи, ему память хоть вернут или нет? Арси, слушай очень внимательно. Ух, блядь. Старскрим, в чем дело? Не хочу подвергать сомнению вашу мудрость, но мне кажется, что автоботы опять что-то задумали. На этот раз они под мостом. Отвлекающий маневр, Оптимус. Из тебя бы вышел отличный десептикон. Я выбрал сторону света. Приготовь космический мост к перемещению. Найди линию между топливным регулятором и энергонным насосом. Там стоит кран. Вижу. Отлично. Чтобы обернуть эту энергию против себя самой, тебе надо просто изменить направление ее потока. Ох, блять, ну понеслась. Поток изменен. Да! Правильно? Я подготовлю земной мост. Ай, блядь, красава. Ну так бегите, блядь. Ничего не получится, лорд Мегатрон! Немедлите! Улетайте отсюда! Бегите! Оптимус, земной мост готов к переносу! Автоботы, прыгаем! Фу! Успели! Мой легион,
Давай, взрыв, бум-бум! Конечно же он выживет. Десептиконы, я с глубочайшей скорбью вынужден сообщить вам, что искра Мегатрона погасла навеки. Угу. Так что, да здравствует Старскрим. Честно, я бы довелся уже Саундвейву. Он хотя бы молчаливый, но опасный. Думаете, что они... 4 сигнала жизни. Один очень слабый. Ну, слава богу. Здрасте. Валхед! Давайте быстрее на стол. Мы уже потеряли одного друга. Ради всех искр, только не снова. Арси. Джек, ты серьезно? В мире полно других мотоциклов. Но ты же мой первый. А что с Мегатроном? Даже ему не выжить в эпицентре взрыва. Прайм! Я так и не поблагодарил вас за спасение. Я вам обязан. Мы все обязаны. Ах, уважуха, мужик. Ну, теперь ты скажешь нам до свидания и попросишь забыть обо всем, что мы видели? Или нет? У нас нет возможности покинуть эту планету. И отныне автоботы будут накрепко связаны с тремя юными друзьями. Они настоящие воины. Внешне нет, но в душе — да. Меня зовут Оптимус Прайм. И вот мое сообщение. Мы не выбирали планету Земля, но теперь мы останемся здесь навсегда. И если вы приближаетесь к ней с плохими намерениями, то знайте... Мы готовы себя защитить. Какая героическая речь. Ух. Мы готовы защитить человечество. Мы готовы защитить наш дом. Там финал, знаете, композитор какой-то. Брайан Тайлер. Прям, блядь, знаете, как будто ветким-то финал, знаете, финалом сезона. Продюсеры Мэнди Савафи и Стивен Пюри. Автор сценария Джоз. Что ж, серия была прям знатная, опять же, битва на этом космическом мосту. Классная. Ах, да и в целом, опять же, вот знаете, вот здесь прям хорошо следить за этими ребятами. Понятно, потому что они не выглядят этими максимально какими-то такими неприятными или порой отталкивающими. Даже, черт подери, Мика, кстати, лучше, что ли, потихонечку раскрывается. В общем, пока что прям доволен по полной программе. Спасибо за заказ данных серий. В общем, само собой продолжу смотреть. Комментарий, колокольчик, заходи по вкусным ссылкам в описании. И спокойной ночи, дружки-пирожки.